Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш анализ трейлера «Кровавые цветы». Баран заснул на плече Дилана. Это очень обрадовало Дилана, но также и смутило. Когда Баран просыпается, он думает, что Дилан не в порядке, когда видит этот новый статус. «Ты в порядке. Посмотри на его огонь, он говорит, что у тебя тоже нет лихорадки. Продолжай, потому что ты плохо выглядишь». Однако все тело Дилана горит в огне любви. Дилан в панике встает. Он говорит, что собирался приготовить завтрак. Баран расследует причину странной перемены в Дилане. Дилан изо всех сил старается не смотреть Барану в лицо. Однако Баран говорит, что я пойму, почему Дилан не посмотрел на него. Джихан и Сена разговаривают в саду. Сена рассказывает Джихан, что сказала ее мать. Он говорит, что они разводятся. Джихан был очень удивлен. Однако он говорит, что они очень любят друг друга. Они были созданы друг для друга. Они очень добрые, уважительные, сострадательные. Неуклюжесть, которую они делают один за другим за завтраком, также смущает Дилана. Баран хочет терпеть любую неуклюжесть. Но забавные ситуации все же случаются. Ждем смайлик к этим забавным моментам в комментариях. Дилан больше не может заглушить голос своего сердца. С другой стороны, Хасан приносит документ о том, что ему запрещено наследовать. Роуз тоже слышит это. Гуль обсуждает это со своей матерью на кухне. Он спрашивает Кадера, как он будет без денег. Услышав это, Фират очень разозлился. Он думает, что Гуль с ним из-за денег. С другой стороны, летний дом напряжен. Елдерай здесь. Баран это понимает. Столкнувшись с Елдераем, Баран взрывает пистолет во время боя. Кто пострадал от оружия, неизвестно. Дилан очень пугается, когда слышит голос. Кричит Баран. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.